Итак, мы продолжаем изучать мы продолжаем Тору. И сегодняшний урок для полного выздоровления. Йозеф Ицхак бен Нехама, чтобы ему было полное выздоровление. И у меня теща Раиса Васильевна тоже, чтобы она... Сегодня у нее там есть очень важная какая-то врачебная процедура, чтобы она тоже выздоровела. Да, и всем, кому нужно выздоровление, вот перед уроком Торы лучше сразу сесть, помолиться, сказать, я сейчас присоединяюсь ко Всевышнему, выполняю волю Всевышнего. Хочу выполнять волю Всевышнего, и мне для этого нужно полное, полнейшее выздоровление. То есть, когда вы выполняете заповеди и делаете что-то хорошее, в этот момент ваши мысли, то есть вы как бы заряжены, да, такой энергией. То есть, это главный принцип со Всевышним, мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть, человек – это фильтр, это конкретный, можно сказать, партнер у Всевышнего, да, внутри человека есть душа, божественный свет. Теперь этот божественный свет, он все время, он дает жизнь человеку. Первым делом не было бы вот этой вот божественной силы энергии внутри, мы бы не могли бы существовать. Сразу весь мир бы исчез. Весь мир существует, потому что он наполнен вот этой божественной энергией, божественным светом. Человек, он партнер у Всевышнего. Он как бы такой единственный элемент в этом мироздании, в котором есть вот этот вот элемент творчества, люфт такой, да? Все в этом мире это всесильный, все работает механика, кроме человека. У человека есть внутри, единственное, где у него не механика, это внутри, в мыслях. У него есть внутри в мыслях возможность, вот такая зона пространства свободная, свобода выбора, где Всевышний дал возможность человеку с помощью мыслей, это тот же инструмент, которым Бог сотворял мир, да, мысли, слова, речения. Так вот, у человека есть возможность своими речениями, значит, у себя в голове задать себе вопрос, что я буду сегодня делать? На урок Торы я сегодня пойду? Или я пойду сегодня на, там, я не знаю, на хоккей? Или на балет? Или никуда не пойду, спать как бы, да? Или на работу? Вот, это все свобода выбора, творчество. И вот в этом творчестве, если человек выбирает Всевышнего, он говорит, о, я выбираю изучать волю Творца, я выбираю Всевышнего. Всевышний говорит, отлично, молодец. Вот ради вот этого вот выбора и мир был сотворен, потому что все остальное это чистая механика. А вот выбор Всевышнего это свобода выбора, которая является смыслом сотворения всего этого мироздания. То есть мы сейчас изучаем врата правды, и правда, истина, это одно из имен Всевышнего, потому что Всевышний – это объективная реальность, и правда – это объективная реальность, не субъективная реальность, а именно объективная, фактическая реальность – это Всевышний, и поэтому получается, что это одно из имен Всевышнего, истина, правда. Дальше, значит, нам говорили о том, что как важно человеку, значит, держаться этой правды, мы учили. И дальше вот написано так, что внутри у человека есть эта правда, да, вот эта вот душа, это есть объективная реальность, истина. Теперь вот эта вот душа, объективная реальность, истина, которая внутри, она как бы дает такой тонкий-тонкий свет и влияние. Влияние на что? На тело. Потому что если душа находится в духовном мире, это часть Всевышнего, это истина, объективная реальность, тот мир называется мир истины, духовный мир, а наш мир называется Алма-де-Шикра, мир лжи. И интересно, что само слово «олам» на иврите, мир, это тот же корень, как слово «скрытый», «нейлам». То есть этот мир, он материальный мир, он скрывает Всевышнего, то есть Всевышний он везде, но он скрыт, то есть мы видим его в виде вот этого вот материального мира. Хорошо, давайте дальше. Значит, внутри есть то, что называется связь со Всевышним, который истинно, объективная реальность. Но человек слышит этот голос, пишет автор этой книги. Души содержатся в телах, и поэтому не знают тайного. И только в ночных видениях немного узнают, когда не заняты потребностями тела. Знающий тайну души может свидетельствовать об этом. И сон есть отражение мысли. Что это значит? Интеллект. Это набор знаний, вот то, что человек запоминает в течение жизни. У тебя сейчас начал, сегодня у меня было как раз первое занятие с Бессоновым, с Алексеем. Вот я хочу обновить вот это свое программное обеспечение по запоминанию. То есть у человека есть специальная программа, как он запоминает. И вторая программа, как он вспоминает.
И дальше у нас есть у каждого внутри хранилище информации, которое мы уже запомнили к этому моменту. И есть доступ к этому хранилищу информации, когда в нужные моменты человек вспоминает, оттуда всплывает то, что он хочет вспомнить. И вот эта вся механика, она у большинства людей не обновляется со школы. То есть он как в школе что-то запомнил, все, и дальше он даже в школе никогда он не учился ни как запоминать, ни как вспоминать. Компьютеры уже какой сделали шаг вперед. Постоянно новые процессоры выходят, новые программы выходят, искусственный интеллект выходит. То есть это все системы работы с информацией. Но обычный взрослый человек, он почему-то в голову не приходит, что надо пересмотреть свою систему управления интеллектом. То есть это удивительно, почему люди об этом не думают. И вот я сейчас как раз решил обновить свое программное обеспечение. Вот сегодня мы с Бессоновым общались. Потому что человек, который... У него есть одна программа запоминания и хорошая программа вспоминания. И немного тренировок, связи между этими программами, чтобы все настроить систему. Он может в 100 раз увеличить возможности своей памяти в любом возрасте. В 100 раз. Не в один, не в два, а в 100. Потому что это принципиально другой уровень запоминания. И вот, значит, какое-то здесь имеет значение. Вот у человека есть душа, которая объективная реальность, эмет. Она присоединена ко Всевышнему. Да? Всевышний – это объективная реальность. Теперь у человека есть интеллект, в который в него напихано. Крошка, сын к отцу пришел, спросила кроха, значит, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. А у нас, значит, рвет остов на Днепр широкий, сердитый ветер залыва. А у вас, а у нас, значит, я помню чудное мгновение, передо мной явилось ты, как мимолетное видение. То есть у человека там полно мусора разного. И он целыми днями смотрит другой мусор через СМИ, через интернет. Просто там, ну вот, смотрит по улице, там мусор, здесь мусор. И у него, значит, очень много мыслей, которые мусор. Потому что если человек запоминает разный мусор, так ему памяти не нужна. Он просто наполняет свою голову дополнительным мусором. И потом в этом мусоре он живет. Потому что мышление человека – это постоянная переработка 70 тысяч мыслей в день, которые всплывают из подсознания в сознание. То есть человек видит поток информации со стороны. У него внутри, значит, всплывает его мусор, который он раньше запоминал, все эти там стихи и так далее. И поэтому он не слышит голос истины. Это то, что нам говорит автор этой книги. Что если бы человек в течение дня, он бы контролировал свое мышление, и он бы очень четко старался спокойно и качественно видеть только истину. А как это можно сделать? Например, смотришь ты на дерево. Все, это дерево, это истина. Смотришь ты на овечку, это овечка, истина. Это когда, почему праотцы выбирали быть пастухами. Смотришь ты на реку, да, сидел там, например, Будда, смотрел на реку. Смотрел на реку, смотрел на реку и просветлился. Потому что река – это тоже истина. А если ты СМИ смотришь, новости, да, то оно тебе разрушает голову, это все обман. И он говорит, если бы человек в течение дня... Он был бы все время обеспокоен тем, чтобы не засорять свой мозг обманом, то он бы и во сне он услышал бы голос своей души, голос истины, потому что это голос очень, очень такой тонкий. А если у него внутри мусор, да, вот все время он чем-то обеспокоен, что будет завтра, что будет там, а Трампу в ухо выстрелили, а этому там туда, а этому сюда, то есть он заполняет свою голову шумом, да, таким огромным шумом, тогда не слышит вот той истины, которую душа ему сигналит каждую ночь через сны, но из-за того, что сны – это отражение мыслей, а мысли у него очень, как сказать, мусорные, то он и не слышит голос души. «Нет лучшего достоинства, говорит автор книги, чем говорить правду. Как говорил царь Давид в псалмах, основа слов твоих – истина. В книге Шмот в Торе написано «удались от лжи». Это прямо такая, как заповедь. И человек должен приучить себя ходить путями правды и изучать закон, чтобы знать истину, чтобы иметь возможность исполнять заповеди по их истинности и по их законам. То есть человек, который хочет успокоить свои мысли и прилепиться к истине, он должен уехать на природу, где вообще никого нету, и учить вот Тора, вот книги пророков, и спокойно обдумывая через там неделю-две, у него будет просветление, у него мозг просветлится. Он разговаривает только со Всевышним, учит Тору
и природа, тишина. И в этот момент у него будет просветление. Есть много разных практик восточных, когда люди там на 2 недели замолкают, ни с кем не общаются, природа, все. Действительно, это успокаивает ум, медитация успокаивает ум и так далее. То есть, если человек успокоится и отключит шум, то он услышит обязательно голос своей души и голос Всевышнего. Дальше он пишет так. В наше время, книга написана 1000 лет, в наше время, когда изгнание продолжается по нашей великой вине, евреям принадлежит, нужно евреям удалиться от пустоты и суетности мира и держаться печати Всевышнего, она же есть правда, и осветить себя даже в разрешенном, и не обманывать ни евреям, ни неевреям, не обманывать ни в чем, то есть никому нельзя обманывать. Это, знаете, есть очень такой миф, обман, что евреи обманывают. Вот книга, которая религиозная, святая еврейская книга, написана 1000 лет назад. Написано, лгать нельзя никак, ни евреям, ни неевреям, не обманывать ни в чем. Как сказано в пророке Цфании, остаток Израиля не сделает несправедливости, и не станут они говорить лживое, и не будет в устах их языка обмана. То есть нельзя обманывать. Дальше написано так, в Талмуде прям можете это записать, если будут кто-то где-то говорить, что евреи там обманывают, Талмуд какая-то там что-то антиеврейское, против неевреев книга. Написано в Талмуде в трактате Псохим, 87 лист. Всевышний рассеял евреев среди народов, чтобы к ним прибавились прозелиты. Прозелиты это те, кто принимают иудаизм. И когда евреи ведут себя без обмана, то тогда не евреи приблизятся к ним и ко Всевышнему. И нельзя себя оправдывать ни в чем. Всевышний не простил грабежа даже злодеев. Откуда мы это знаем? Книга Берешит, начало Торы, до потопа, написано, наполнилась вся земля грабежом. И, значит, извратила вся плоть свой путь. То есть весь мир, кроме Ноя, был грешники. Но Всевышний все равно, получается, если кто-то обманывает грешника, так что... Кто-то скажет, может, можно? Нельзя. Потому что Всевышний тогда за грабеж уничтожил весь мир. И рассказывается в Талмуде история про араби Шимон бен Шетах. Купил он осла у араба, у исмаилитянина. Да? До ислама назывались были исмаилиты. Исмаилиты – это потомки Ишмаэля. А вот эти вот все, Саудовская Аравия, там Демека, это были племена, которые у Ишмаэля, брата Ицхака, да, было, у Авраама было 2 сына. Один был сын от Сары, которого звали Ицхак. Ицхак стал родоначальником народа Израиля и европейских народов, потому что у Ицхака было 2 сына. Одного звали Яаков, а второго звали Эйсав. Эйсав был потом основатель Рима, и Эйсав, от него пошли европейские народы. От Яакова пошел народ Израиля, он получил имя Израиль. А у Ицхака был брат Ишмаэль. У Ишмаэля было 12 сыновей, и от него пошли народы, которые называются Ишмаэлиты. И это тоже великий народ. Почему? Потому что Ишмаэль – это «услышит Бог», переводится имя. Исраэль – это «прямо к Богу». Или второй перевод – это «воевал с ангелом и победил». Исраэль – это тот, кто воевал с ангелом и победил. Значит, а Ишмаэль – это «и услышит Бог». Теперь это два народа, в которых есть большая связь со Всевышним. От Ишмаэля – пошли, значит, от Ишмаэля пошли кто? Ишмаэлиты, арабы, ислам. От Ицхака, от Якова, Яков получил имя Исраэль, от него пошел народ Израиля. Эйсав, он продал Якову свое первородство, да, он должен был служить Богу, но он сказал, мне не надо. Потом Эйсав пришел и говорит, нет, мне уже надо. Ну, в общем, и у них был спор вот за это первенство, и с тех пор как раз... Потомки Исава основали, получается, христианство. Потомки Исава основали христианство. И когда, получается, вот этот вот идет спор между христианством, Рим, Папа Римский и так далее, очень-очень интересная эта вся история, пересечение, как Исав, он говорит, нет, я все-таки первый сын, я более святой. И в Торе написано, как Исав, очень интересная история, он Ицхаку, своему папе, говорил, он его обманывал, и он говорит, а как отделять маасер, например, там, от соли? Он себя изображал, как будто бы он вообще такой святой, что дальше некуда. Потом уходил и, значит, убивал, грабил, значит, там, и так далее. Теперь, если мы возьмем христианство, да, Папа Римский,
Это он говорит, я святой, святей некуда, да, то есть обет безбрачия, я даже не хочу семью создавать, это для меня грязная такая вещь, семью создавать. Я такой святой, что у меня обет бедности, у меня ничего нет. И если вы зайдете в Ватикан и посмотрите все эти музеи, это награбленное со всего мира. Крестовые походы, значит, все, самый богатый землевладелец в мире – это Ватикан. Католическая церковь, ей принадлежит в мире больше всего земли, если частный владелец. Представляете? Это очень интересно, как оно все пересекается. Вот в Торе это как архетипы всего, что будет в мире дальше. Но здесь написано так, рассказывается история в Талмуде, что был такой рабби Шимон бен Шетах, купил он осла у исмаэльтянина. Его ученики обнаружили, что где-то там нашли спрятанный драгоценный камень. Они принесли это к рабби Шимон бен Шетаху и сказали, смотри, рабби, как в Мишле, как царь Соломон учил, что Беркат Ашем и Таашир, благословение Бога, оно делает богатым. Вот благословение Бога. А он им говорит, нет, говорит, я покупал осла, а драгоценный камень я не покупал. Пошел он к этому исмаильтянину, вернул этот камень, и тот говорит, благословен Всевышний Бог Шимон бен Шетаха. Значит, он прославил имя Всевышнего. Дальше в Иерусалимском Талмуде рассказывается история, как мудрецы купили пшеницу у неевреев, нашли в ней связку монет и вернули. И сказали неевреи, благословен Бог евреев. Иерусалимский Талмуд, трактат Бава Мециа. И там же рассказано о многих случаях, когда возвращали потерянное ради прославления имени Всевышнего. То есть по Торе нельзя обманывать никого. Нет разницы, еврей, не еврей. То есть если человек, он говорит, я религиозный, я Богу служу, а он не религиозный, значит, я могу его обмануть. Это очень-очень важно, вот эту вот вещь понимать, что Бог – это честность, правда, добро в любом случае. Не может Бог соединять свое имя с чем-то, что является, ну, таким, как бы, обманом, ложью. И те люди, которые вот там убивают, все, они говорят, мы служим Всевышнему. Нет, если бы ты служил Всевышнему, ты пошел бы сиротам помогал. Пошел бы работать и деньги бы отдавал, значит, бедным каким-нибудь, да, или старикам. Вот это ты бы Богу служил. А когда ты идешь убивать, насиловать, то ты прикрываешься именем Всевышнего, что это можно. Тогда, понятное дело, все грабители в мире, они именно так и поступали. Значит, вот евреи, значит, в Бога не верят. Ну, давай тогда их ограбим, да, деньги заберем. Ну, правильно, нельзя же просто сказать, я подойду к человеку, деньги заберу, и все. Нет, я, значит, в Испании. Королева говорит, ну все должны принять христианство. Они говорят, ну мы же не хотим, мы же ничего плохого не делаем. Тогда уходите, но имущество оставьте. Ну, если ты такой добрый, хороший, скажи, ладно, уходите тогда, не хочу рядом с вами жить. Вы работали, зарабатывали, уходите. Нет. Смысл всего этого был грабеж, который был прикрыт. Чем он был прикрыт? Красивыми лозунгами. Дальше мы видим, почему, значит, происходит тогда проблемы в мире. Если внизу на земле есть правда, Всевышний милостиво взирает на землю. Как сказано, когда правда из земли произрастет, милость небес является. Это в Таилим написано, 85-й псалом, 12-й отрывок. Когда правда из земли произрастает, милость небес является. Поэтому держись правды, независимо от твоего положения. Плохое оно или хорошее, не оставляй правду и положись на верного Всевышнего. Как написано, познай же, что Всевышний есть Бог, Бог верный, сохраняющий завет и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Это очень важная такая штука. Дальше он пишет такую вещь, что если злодеи временно процветают, то это значит, что выполняется то, что Всевышний сказал, что даже в этом он справедлив и правдив, потому что любой злодей, он делал какие-то добрые дела, и не может доброе дело остаться без награды. Просто злодей, он полностью все выплачивает в этом мире, быстро и четко, потому что у злодея нет духовного мира, духовной жизни у него нет вечной. И человек, у которого есть духовная жизнь, но он делал и добро, и зло, Всевышний честный и справедливый, и он ему должен, если человек не раскаялся, Всевышний должен его почистить. Как его почистить? Через страдания. Поэтому получается, иногда мы видим, что человек вроде праведный, соблюдающий, а ему здесь, в этом мире, одни страдания. Почему? Потому что он не совсем праведный, соблюдающий. Как говорил царь Соломон, нет праведника, который бы не согрешил. И Всевышний его любит, ему говорит, слушай, ну ты же не можешь туда зайти вот с грязью, с этими там в руках, с какашками, да, с твоими, которые ты сам делаешь иногда или делал.
Значит, тебе здесь страдания, чтобы все было честно, справедливо. Теперь какой-нибудь злодей, он злодей-злодей, а ему здесь, он все там, у него просто кайфует, веселится, радуется. Мы говорим, а как это там? А так это, что ему скоро умирать, этому злодею, да? Скоро ему осталось вот недолго. Но Всевышний же честно, он не может ему не выплатить за этот злодей, он там бабушке помог, этот злодей, как был Пабло Эскобар, да? Он 1000 человек лично убил, а 1000 человекам он построил дома бедным там вот этим вот, которые были, ну, он построил целый город новых домов, сказал, селитесь, с семьями там по много детей, и, значит, полностью на моем обеспечении. И этот город молится, какой он садик, какой он праведник, Пабло Эскобар. Эти 1000 он убил, их семьи его проклинают. Пабло Эскобар до 42 лет, он, значит, купается в деньгах. В 42 года его пристрелили, как собаку. Он скрывался, пытался убежать. Никто же умирать не хочет. Вот этот вот Синуар, который кричал там, Аллах Акбар, который прямо кричал, что он прямо такой джихадист, сидит, как крыса в подвале, и не выходит. Ему просто выйти надо, сказать, ладно, хорошо, значит, забирайте меня, хватит бомбить Газу, да, хватит, я же добрый, я человек честный. Какой? Крыса сидит в подвале, потому что все его разговоры про Бога – это чистый обман. Он маньяк, убийца, который ради своей личной власти все это делал, и сейчас, значит, он как крыса сидит в этом подвале, и все равно его убьют. То есть это факт, ну, как бы, что тут дальше думать. Хорошо, друзья, все, поэтому держимся правды и милосердия. Вот тот, кто хочет по-настоящему служить Всевышнему, у него есть 2 кодовых слова. Правда и милосердие. И правда – это признать, что в свои какие-то ошибки, это называется тшува, раскаяние, признать, сказать, что каюсь, больше так делать не буду. И вперед, значит, истина, правда, милосердие. И чтобы Всевышний благословил нас всех за наше стремление, в первую очередь, выбор человека, главный выбор, это его стремление, сильное желание и молитва Всевышнему. ВТР, Либедо, очисти мое сердце, дай мне правильные мысли, дай мне правильное направление. То есть, прежде всего, надо просить Всевышнего, чтобы он дал силу стремиться ко Всевышнему. И дал знания, как правильно это делать. Все, и дал хорошие социальные условия, как говорится, чтобы было благополучие, чтобы было здоровье, чтобы было на сердце хорошо, чтобы была возможность спокойненько на природе общаться со Всевышним. Все, всем удачи, успеха, всего хорошего, полного выздоровления, благополучия и счастья всем добрым, хорошим людям. А плохим, чтобы стали добрыми и хорошими. Что там? Зачем быть плохим? Зачем быть злобным? Зачем быть негативщиком? Ведь это же приятнее быть позитивным, оптимистом, хорошим, добрым, честным. И быть в шаломе с людьми, в шаломе с собой, в мире со Всевышним. Это же намного приятнее. Все, друзья, удачи, успехов, счастливо. До завтра.